На Восточный форум люди приехали издалека. Есть жители Чуркина, Тихое и даже поселка Трудовое. Очередь нарастает с каждой минутой, прибавляя значимость мероприятию. Лекция вот-вот начнется. За шаурмой мы стоим. Ну, мы просто увидели ВКонтакте пост, то, что будет фестиваль шаурмы, и мы решили прийти. Надеемся, что попадем на лекцию. А вы часто едите шаурму? Ну, да, бывает. Наверное, раз в месяц. Вообще нравится то, что везде шаурма разная, и в каком-то месте она, например, с определенным соусом, в каком-то месте там добавляются травочки, в другом месте то же самое мясо, немного другое, нежели в третьем. И нравится соединение вкусов. Проходной билет на форум – сама шаурма. 120 рублей – вы уже участник фестиваля. Количество мест ограничено, мероприятие с жестким регламентом. Мы абсолютно не ожидали такого ажиотажа. Ни я, ни, получается, главный второй организатор Павел, мы об этом вообще подумать не могли. Мы думали, придет человек 30-40 друзей. Кадры говорят сами за себя. Людям приходится стоять в проходе для того, чтобы узнать все подробности о шаурме вживую. Новость об этом мероприятии разлетелась накануне по всей стране и даже дошла до ведущих федеральных каналов. Почему раньше не проводился форум шаурмы? Действительно. Регион, это же Дальний Восток, не был готов регион к масштабному мероприятию. Вначале в качестве репетиции форума ТЭС, строительство моста на остров Русский, а сама шаурма является как бы таким мостом между русскими. Организаторы действительно проводили аналогию. Шаверменный форум как знак уважения Восточному экономическому форуму, который проходит во Владивостоке с 2015 года. В конце 90-х годов появились только ларьки с шаурмой, и это чем-то было маргинальным, чем-то таким, ассоциируется с чем-то с антисанитарией и вообще с бедностью. Но сейчас, как видите, это дало очень большой бум, и это блюдо на данный момент популярно по всей стране, можно сказать. Павел и Михаил – создатели и обозреватели паблика про шаурму по всему Приморью. Подобные страницы в соцсетях также есть у жителей Москвы, Твери, Красноярска, Рязани, Санкт-Петербурга и других российских и украинских городов. Аналитика, критика, статистика, анализ. Авторитетные мнения экспертов и специалистов в области дешевого хавчика. Подробные обзоры и, конечно же, топовая шаурма. Но обсуждения столь популярной во Владивостоке еды вышли за рамки социальных сетей, поэтому и было принято решение устроить встречу на более высоком уровне. Мы обеспокоены проблемой названия этой шаурмы. Как же она называется? Шаурма, шаверма, либо шавуха? Мы причисляем себя к людям, которые называют ее просто шавуха. На лекции этот вопрос затронули, но мы обратились к филологам за объяснениями. Вот что нам ответили эксперты. Шаурма и шаверма – это слова-дублеты, фонетические варианты одного заимствованного слова. Их употребление в данном случае зависит от местности. Если человек в Москве говорит шаверма, то это дает основание предположить, что он из Питера. И наоборот. Для Владивостока это различие, конечно, не актуально. Однако несколько смутило название – Восточный шаверменный форум. Должно быть единообразие в употреблении. Шаверма – шаверменный. Но от слова «шаурма» трудно образовать прилагательное. Лучше форум шаурмы. Повара Азус и Расул готовят шаурму во Владивостоке уже год. Учились этому искусству несколько месяцев в Челябинске. Говорят, что самое главное – это правильно приготовленный соус. И мясо, конечно. Только за 5 часов благодаря Восточному форуму они продали 35 килограммов курицы. Сегодня было человек уже 200-250 с утра. Оказался ли форум полезным для горожан, можно судить разве что по очереди в пит-стоп и сытости посетителей. Валерия Белоус, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.